Всем привет! Да, как вы, наверное, заметили, я постриглась, отрезала, ну, наверное, большую часть длины своих волос. И из-за того, что это вызвало огромный просто ажиотаж в комментариях, и в Инстаграме очень много было сообщений, и очень много было вопросов о том, как же я решилась на этот шаг. В общем-то, сегодня хочу сделать такое небольшое видео и поделиться с вами опытом, как мне нравится эта стрижка, как я там ее укладываю, как я решилась на то, чтобы постричься и так далее и тому подобное. Поэтому продолжайте смотреть, особенно если вы тоже хотите себе сделать короткую стрижку, но никак не решаетесь. Итак, первый вопрос, как я решилась на то, чтобы обрезать длинные волосы. Девчонки, на самом деле, да элементарно просто. Я вообще ненавижу вот такое отношение к волосам, по типу, как это такое уже прям глобальное богатство, что отрезать волосы, это все равно, что, я не знаю, вырезать почку себе. На самом деле, относитесь к этому проще, это всего лишь волосы. И если вы из года в год постоянно выглядите одинаково, то, ну, блин, это, по-моему, очень скучно. Мне лично все время хочется как-то меняться, мне хочется то цвет волос поменять, то постричься, то наоборот волосы отрастить, то какую-то новую там завивку придумать, то прическу какую-то придумать. В общем-то, мне постоянно хочется чего-то нового, и мне кажется, что таким образом я ни себе не надоедаю, ни окружающим тоже, потому что если вот так вот всю жизнь растить волосы, рано или поздно, ну, все равно они будут в плохом состоянии. Вот я буквально на днях стояла в супермаркете на кассе и смотрю, вот у девушки-кассира очень длинные волосы, ну, реально там такие густые, хорошие волосы, но вот настолько вот они уже где-то вообще просто в ужасном состоянии. То есть у нее они реально там, я не знаю, до пояса были. Ну вот настолько они уже просто как мочалка. И я вот смотрю и думаю, ну вот 100% же она вот не обрезает их, потому что жалко. Ну, елки-палки, если у вас классные густые волосы, то у вас и с короткой стрижкой будут офигенно классные густые волосы. И там, я не знаю, со средней длиной будут абсолютно точно такие же классные густые волосы. Если вы хотите постричься, идите в салон, бронируйте там время и стригитесь. И не надо таких полумер, знаете, сегодня я отрежу 3 сантиметра, послезавтра я отрежу еще полмиллиметра, а где-то через год я уже выйду к длине там какой-то вот такой. Я на самом деле, ну сколько, я не знаю, сантиметров, ну, 15 добрых точно отрезала. И когда я села в кресло парикмахера, я сказала, что я хочу короткую стрижку, вот так вот даже выше, чем плечи, она мне сказала, окей, потому что она меня знает, и она знает, что это не какая-то моя прихоть, что я, она меня пострижет, и я начну там реветь в этом кресле в салоне, говорю, о боже, вы меня изуродовали, там какой кошмар. И у меня такая стрижка, кстати, была последний раз года, наверное, 4 назад, и абсолютно точно так же я пришла в салон, сказала, отрежьте мне волосы, и все, я как бы абсолютно не жалею. И вы знаете, когда долгое время ходишь с длинными волосами, а потом их отрезаешь, это вообще такая легкость наступает, ты чувствуешь себя новым человеком, тебе кажется, что как будто с плеч, я не знаю, там мешок с цементом сняли. Хотя на самом деле волосы вроде не так и много весят, ну, блин, реально они очень много весят, и такие перемены, они тоже, мне кажется, и психологический момент имеют, то есть как-то по-другому себя видишь, по-другому ощущаешь, начинаешь как-то по-другому эти волосы укладывать. Вот я, например, очень полюбила вот такую вот завивку. Это я делаю с помощью щипцов для выпрямления волос, то есть вот так вот беру прядку, прокручиваю как бы, и вот, ну, собственно, такой вот эффект получается. Мне очень нравится, потому что выглядит оно очень объемно, и в то же время совсем по-другому, не так, как я в последнее время ходила. И все, кто меня видел, все говорят, что мне так хорошо, и я так даже как бы моложе выглядеть начала. Я когда без макияжа, я вообще с такой стрижкой себе выгляжу лет на 16, наверное. Вот, поэтому как бы да, короткие волосы это тоже способ немножко омолодиться. И если вы уже совсем вот так вот сильно напрягаетесь по поводу того, что как же ж вы обрежете волосы, как же ж потом, может, будете жалеть, у меня для вас есть одна небольшая хитрость. И эта хитрость называется накладные волосы. У меня недавно появилась возможность попробовать
накладные волосы от компании Irresistible Me. И я себе выбрала, естественно, там самые, ну, может, не самые длинные, но одни из самых длинных волос. Они вот так вот выглядят, вот такая вот у них упаковка. И вот здесь вот в первом отсеке они вставляют одну прядку для того, чтобы вы могли ее приложить к волосам и понять, ваш это тон или нет. И потом уже, если все нормально, то вы уже открываете, тут есть защитные пломбы, вы уже их срываете и открываете основную часть волос. Если же вам не подходит по качеству, по цвету или по какому-то другому параметру, вы эти волосы как бы можете вернуть. И там, кстати, консультанты просто отличные, потому что изначально я выбрала другой цвет, мне показалось, что он больше подойдет моим волосам, но они мне посоветовали взять именно этот. Я точно сейчас свой оттенок не помню, какой я в итоге взяла, я напишу вам обязательно для того, чтобы вы могли сравнить, то это или не то, и о том вы думаете или не о том. Но в любом случае, если вы вдруг решите заказать накладные волосы, то обязательно проконсультируйтесь. Можете прислать свою фотографию или видео заснять, какое-то загрузить на YouTube, даже можно видео, сделать его приватным и отправить им, чтобы они вам подобрали. Ну, короче говоря, волос здесь очень дофига на самом деле. Вот здесь это основная масса. Ой, они немножко подзапутались, но сейчас я их немножко расправлю, вам их покажу. В общем-то, это очень большой хвост, и на самом деле, вот видите, цвет полностью совпадает с моими. Я когда просто получила эту посылку, я сначала подумала, блин, это такой темный цвет, 100% мне не подойдет. Но когда я приложила к моим волосам, оказывается, у меня волосы тоже такие довольно темные, а мне все кажется, что я такая прям блондинка-блондинка. Но тем не менее, это какой-то их русый оттенок, очень холодный этот цвет такой, и реально он мне подошел просто идеально, и что мне понравилось, волосы действительно имеют очень большой вес, и если уж платить деньги, то в принципе есть за что. И если вы так сильно нервничаете по поводу того, что как же ж будет, если вдруг вы ошибетесь, да, и короткие волосы вам не понравятся, или вы будете скучать за длинными волосами, то вот это, по-моему, отличный выход. Там у них, кстати, можно на сайте даже, по-моему, отдельно купить вот эту самую большую прядку. Здесь 4 клипсы, и она пристегивается как бы вот так вот в самый низ волос, то есть таким образом здесь вот больше всего волос, и получается, что больше всего густоты волос появляется именно за счет вот этой вот прядки на 4 клипсы вот эти. Мне качество волос очень понравилось, и я в этом видео тоже сделала вставки того, как я выгляжу с этими волосами, и я делала тоже видео с этими волосами. В общем-то, да, для таких вот ностальгий, когда мне хочется чего-то добавить, то, конечно, это отличный вариант. Единственное, конечно, если вы уж совсем коротко пострижетесь, в принципе, вот эта длина, это достаточно короткие все-таки волосы для таких вот прицепных, потому что вот эти вот застежечки немножко сложновато скрыть, и если вы цепите прям все волосы, которые здесь идут в комплекте, то, скорее всего, будет видно, вот эти клипсы будут видно на верхних слоях. Если же поиграться, как-то приспособиться, и тем более, если вы умеете укладывать волосы, и потом вот так вот расческой вместе с феном, или наоборот их может подзавить для того, чтобы они смешались с вашими родными волосами, то определить будет очень сложно. Что касается того, что вы получаете в комплекте, когда вы заказываете такой набор, ссылку я, кстати, на него оставлю внизу, если вдруг вас это заинтересует. Вы получаете одну прядку большую, вот такую вот на 4 клипсы, здесь основная густота волос. Потом вы получаете тоже две прядки, состоящие из 3 клипс, они достаточно такие тоненькие и очень хорошо работают как раз где-то посередине вашей головы, то есть там их нужно лучше всего цеплять. Также здесь аж 5 прядок вот таких вот на 2 клипсы, нет, это я на 3 показываю, вот, аж 5 прядок вот таких вот на 2 клипсы, они отлично прячутся где-то уже выше к корням. И также вы еще получаете 2 прядки из 1 клипсы, которые вообще замечательно работают где-то вот здесь вот спереди, когда вот ваши собственные волосы вот торчат и видно, что они короче, то вот эти клипсы, когда вы цепляете вот на эти части, то они очень сильно спасают и таким образом еще лучше все сливается с вашими собственными волосами. Если у вас длинные волосы, но вам просто хочется добавить густоты, то для вас
это, мне кажется, вообще идеальный вариант, потому что их скрыть будет элементарно. Что касается конкретно этих волос, то это натуральные волосы, это не синтетические волосы. Волосы очень качественные, очень приятные на ощупь. Их можно мыть шампунем, можно завивать, можно тонировать, если вдруг там чуть-чуть оттенок не попал в ваш тон. В общем-то, с ними можно делать абсолютно все то же самое, что с обычными волосами. На этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Возможно, кого-то это вдохновит все-таки на решающий шаг, на звонок в салон и бронирование места у вашего парикмахера. Жду ваших комментариев и до встречи в новых видео. Пока! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусную запеканку. Ее можно кушать в качестве десерта с чаем, с кофе. В принципе, не бояться о том, что вы будете из-за этого поправляться. Отличный вариант десерта для тех, кто следит за своей фигурой. Сегодня я вам расскажу о известном Xiaomi Mi Band. И также у меня есть два таких китайских более дешевых аналога. Тоже о них хочу немножко поговорить. И давайте начну с какого-то общего впечатления.